Да, одно и то же. Да. А, кстати, предохранитель так и не поставил, но сейчас поставлю. Сейчас. А? Да, не, едем, проверяем машину. Так, бензин. Газ выключил, бензин. Ну, по грунтовочке, конечно, но ничего. Буду комментировать. Тут немножко по грунтовке. Остальное по асфальту. Сейчас в Озон заберу моечку для компрессора. Точнее, пистолет для компрессора, который играет роль мойки. Ну, там интересная конструкция. Не стал заморачиваться. Короче, купил. Стоит ерунду. Так, что тут мы пропускаем? Блин, обороты стабильные. Обороты стабильные, что мне нравится. Достал, мужики, насос, фонарь, бак чистенький, как ни странно, не знаю, такое ощущение, что он менялся, как эта этикетка, вон, пальцем по днищу поелозил, да и все, ни налета, ни грязи, ничего нет, вот это вот какие-то отметины. Этот корпус насоса терся. Вот он сам насос. Наверное, вот этой. Вот этими болтами. Ну, разлил на асфальтик. Ну ничего, бывает. Вот это я не знаю, что это такое. Какие-то провода пожеванные. Вот. Как передать-то? В тенек надо зайти. Во. Тенек зайти. Ну это на датчик уровня. Вот какой-то провод пожеванный, где он тут. Вот здесь вот. Почему он тут терся, неизвестно. Вот он. Это на поплавок. Так. Я-то купил только двигатель, я его не в сборе брал. Вон там сеточка эта стоит. Сейчас будем разбирать его, смотреть. Он уже, видать, менялся. Вот здесь хомут стоит. Вот он, пластиковая стяжка. А что за насос, еще неизвестно. Вот такие вот дела. Так, ну достал насос, в стакане грязька есть, вот он фильтр, ну вроде светится, не знаю, вроде светится, но черненький, тут тоже грязи, короче, фиг его знает, вот здесь стоял хомут. Вот так вот, вот такой обычный. Может даже давление оно через него и не держало. Пружинка тут. А что, одна пружинка, по-моему, кажется, две должны быть. Да не одна, она что здесь стоит. Вот. Просто они тут... Какая-то шлангочка, блин, кикосная. Вот как раз таки вот она стрелочка туда идет на рампу. И возможно вот здесь его просто не держало. Так, ладно, продолжаем эпопею. Свозил меня кумец. Купил я сразу вот такой вот в сборе модуль насоса. Вот, только черного цвета. Белого не было. Цена 2500, а сам двигатель вот этот, который я хотел поменять, 600 рублей, 600 и 2500. Вот она вся разница. Если бы тут все было замечательно
и зашибись, то выхода бы составила 1900. И взял этот регулятор холостого хода. На всякий случай поменяю. Вот, к свечам. 800 рублей. Методом исключения. Может, до форсунок скоро доберемся. Вон, сижу по над забором. Тут тенек просто. Вот такие вот дела. Все, сейчас втыкаю. Подключаю. И пробую. А, и свечи поменять надо. И пробую. Так, в общем, поменял свечи. Поставил. Вот такие, не знаю, хорошие, неплохие. Я не специалист. 700 рублей отдал. Написано 8 клапанов. Как будто, блин. А на них так написано 16 клапанов. Ну, вот в том магазине. Стояли вот такого плана. Какая-то искра. Ну, наверное, хорошие свечи. Хорошие. Не знаю, поможет, нет? Ну, проверим. Вот на этих. Так, и собрался ж менять вот датчик холостого хода. Никогда его в глаза не видел. Короче, нашел, где он находится. Кто-то скажет, блин, да не может быть. Ребятки, может быть. Калину я купил в прошлом году. В аккурат перед Новым годом. Как рабочую лошадь. А рабочая лошадь, она не должна хромать. Вот. И вот он где находится. Вот здесь. Вот один болтик как бы видать, а другой не видать. Потому что вот тут вот эти, как их назвать-то, мягко говоря, господа проектировщики тут вот спроецировали, я не знаю, как это, налепили, короче, горбатого к стенке, что вот, чтобы снять этот датчик, нужно, я так понимаю, открутить вот здесь раз, вот здесь два, по крайней мере, вижу два болта, чтобы вот отсоединить вот дроссельную заслонку, потом ее чуть развернуть и выкрутить. Ну, не знаю, на что грешить. Еще не заводил машину. Поменял насос, поменял свечи. Ну, заодно поменяю уже вот это. Вот такие вот дела. Так, ладно. Сейчас снимаю хомут. Снимаю этот патрубок. Больше ничего не отключаю. Вот здесь, кстати, шлачик какой-то отпал. Пока я там возюкался. Вот сюда его надо одеть. Что это за... Что это такое? Неизвестно. За что он отвечает? А здесь тоже выскочил. Следить да следить. Короче, попробую откручивать, снимать дроссель и меняю датчик. Что-то да поможет. Так, продолжаем эпопею с заменой датчика холостого хода. Вот он, датчик холостого хода. Пришлось открутить, там патрубков немножечко открутить. И тут сюрпризы, бабамс, минус, плюс, разные болты. Ну понятно, что здесь уже что-то меняли, что-то делали, ну поставьте вы одинаковые хотя бы, ну, я не знаю, сейчас пойду искать отвертку. Плюс есть, а минуса нема, под рукой нема. Не, вот там есть. Ну, такие дела, друзья. Сюрприз на сюрпризе. Где-то там шайбочка еще. Хотел сказать, ебанулась. Не буду выражаться. Упала. Вот такая. Найди нереально. Даже вот при помощи магнитной нереально. Где-то там. Сейчас, если батарейка не сдохнет, друзья... Датчик холостого хода, вот он, заводской, стоит в таком положении, не знаю, он должен быть выдвинут, задвинут. Вот он, датчик холостого хода, который я только что достал, ничего я не делал. Вот как есть, так и есть. Вот такой налет, нагар. С одной стороны видно, что где-то куда-то прилегало.
с другой стороны все вот такое вот. И он вылезший вот настолько. Не знаю, это нормально, ненормально, но по сравнению вот, по сравнению с этим. Опять же, смотрите, разница конфигураций. Хрен его знает, не знаю. Оно, не оно, ну по креплениям вроде оно. Но разница имеется вот такая вот. Здесь есть резинка, здесь резинки почему-то нет. Здесь выше, здесь ниже. Там пружинка, там нет пружинки. Короче, пробую, ставлю. По разъемам вроде одинаково. По катушкам вроде одинаково. Ну, не знаю. Такое себе. Какое-то сомнение имеется. А что делать? Или этот почистить? Ой, как сколько грязюки. Какой тут холостой ход? Ой, капец. Ставлю, пробую. О, сейчас, если телефон не сдохнет. Так, осталось подключить фишки. Кстати, где они? Вот они. Поставил датчик холостого. Ну, сейчас я их подключу. Одной рукой неудобно. И положение заслуживает датчик. Он сейчас сдохнет. Пока снимал вот этот патрубок, короче, обломался. Наверное, от старости. Вот этот патрубок. Ну, сейчас его так разверну, вроде бы подходит по длине. Разверну и поставлю. Ну, такое себе все пересохшее. А может, он был треснутый, не знаю. И пробую заводить. Поможет, не поможет. Короче, поменял бензонасос, поменял свечи еще раз. Да, эти свечи я покупал. Я не помню, почему именно такие покупал. Я не знаю. Они не стояли. Ну, не знаю. Как-то так. Поставил такие. И поменял этот датчик холостому. Потому что, судя по всему, вот именно из-за него. Ну, методом исключения. Форсунки следующие на подходе. Все, ставлю на место, подключаю и запускаю. Ну, конечно, надо было бы подснять, как оно работало до и будет ли оно работать после. Блин, этот шланчик подключил. Капец из меня ремонтник. Ну, сейчас что-то будет. Так, все, подключил, хоть он и обломался, ну, местами поменял. Кстати, он опять здесь потресканный, ну, надо его полностью заменить. Разберемся. Там фишки подключил. Все, пробую. Тут еще ничего не закрывал. Вот. Ой, блин. Это же кресло подвинуто вперед. Ёлки-палки. Ручник четкий. О, вроде насос сработал. Сейчас на бензине, друзья. Ну, холостой повышенный. Это первый запуск. Все, так, упало. Упало, переключился на газ. Газ отключим. На бензине холостой получается повышенный. Ух ты, ни хрена себе, такого не было раньше. Был тупеж полнейший. Все равно повышенный. Почему-то показывают 1500. А должна быть примерно 1000. Так, включаю газ. Все, обороты упали. Ну, более-менее стало заводиться, я вам, друзья, скажу. Вот, сейчас обороты обратно повышенные. Не знаю, что делать в этой ситуации.
Вот на бензе повышенные, вот включаю газ, обороты падают до 1000. Вот это бензин включил обратно, видите, потухло. Газ у меня оформлен, все официально. Но тем не менее. Вот такая вот фигня. Не знаю почему. Может быть из-за датчика холостого хода, что он другого калибра. Кстати, пропал провал. Не знаю из-за чего. Может быть из-за замены свечей. Может быть из-за замены насоса, который начал давление держать. Может быть из-за датчика холостого хода. Ну, проблема ушла. Проблема ушла, это радует. Ну, 1,5 дофига. Сейчас будем. Ага. Сейчас будем где-то что-то сбавлять. Только я не знаю где. Где крутить. Что крутить, куда крутить. Как-то так. Короче, телефон сдох. Пришлось его подключить к магнитофону. Так, друзья, заводим. Поправил. Ну, блин, на шнуре. Сейчас пойду покажу. Чуть подзарядится. Поправил дроссельную заслонку вон тем винтом, который я показывал. И смотрите, что получается. Ну, ключ достаю, потому что сидеть с ключом в машине — это капец. Так, почему бензина показывают меньше, чем на самом деле? Ну, это может и хорошо. Так, завелись мы сейчас, друзья, на бензине. Ну, я завелся. Отрепетировал, ну, извиняюсь за грязные руки, отрепетировал где-то 800, ну, 900 оборотов именно винтом на дроссельной заслонке. Вот, сейчас переключаю на газ. Вот они чуть просели, обороты. И также где-то 800, ну, 900 в этих пределах. Еще раз включился на бензин. Как работало, так и работает. Включаю газ. Немного заплавали. И снова 800-900. Ну, возможно, еще к газовику надо сгонять. Потому что я у него еще не был. Фильтра поменять. Ну, у меня машина, ну, чуть меньше года. Перед Новым годом я ее взял. Ну, скоро будет год. Поэтому так, все. Отклик, как бы, я считаю, нормальный. Вот с нуля. Для 8 клапанов вообще замечательно. Это на газу. Это бензин, друзья. На бензине аж даже лучше, мне кажется. Вообще на бензине даже четче как-то. Ну, есть небольшой провальчик, потому что педаль нажимаю очень резко. Но тем не менее появился стабильный холостой ход. Я уже на ней прокатнулся, пока телефон заряжался. Пропали вот эти пинки под зад. Когда едешь, он начинает дык-дык-дык-дык-дык-дык, пока там разгонишься. Вот эти пинки пропали, друзья. Еще раз на газ. Короче, к газовику надо загонять. Пускай проверит систему. Пропали пинки под зад. Ну, что-то помогло. Одно из трех. Бензонасос, возможно, не держал давление из-за того железного хомута. Как его снимали, как его меняли, неизвестно. Ну, мне неизвестно, друзья. Свечи, искра, ну, такое себе название. Заменил. Возможно, тоже там работали через раз.
как вариант. Вот. Ну и само собой, сам клапан, будем так говорить, да, холостого хода, вы видели, в каком он состоянии и как он работал, сколько там нагара. Это, мне кажется, самое было такое вот вероятное, да, отсутствие холостого хода именно из-за него. Остальное можно было не менять, но тем не менее в совокупе, как бы, ну, машина делается для себя. Вот вентилятор сработал. Как говорится, рабочая лошадь, она не должна хромать. Она должна вывозить все эти моменты, да, поставленные задачи, потому что много катаюсь. Бывает в день и по 500, и по 600, и по 700 километров наматываю, да, с прицепом там и так далее, там подобное. И она не должна подводить. Вот, как-то так, друзья. Поэтому на этом можно видос закончить. Проблема решена. Я не знаю конкретно, что было, но... Но работает. Что там говорить, работает. Ну что, заводимся. С полтычка. Опять же, обороты. Также 800-900. Кстати, сейчас включился газ. И они заплавали. Заводится на бензине. Стой. А потом... Да, сейчас я вижу. А потом переключается на газ, ну, на автомате. Пропускает. Пропускает, потому что хочет тоже в озон попасть. Вот. Вообще четко. Устал. Разгончик вообще замечательный. Бензин вообще замечательный. Камеры на 40. Проехали на 40. Все, четвертые пошли. Да офигенски. Одно из трех. Либо это насос выделывался, давление не держал из-под хомута в рампе. Ну, все в совокупе. Вот козел режет как угол. Ну что, бывают такие. Либо это были неизвестные фирмы свечи. Даже с пробуксовочкой на бензин. Либо это сам так переключился на газ на ходу. Нормально идем. Балдешок вместо 40. Ну, не превышает, нет. Пинки пропали, друзья. Пропали, реально пропали пинки позад, которые были. Дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр. Ну это 100% из-за клапана холостого хода. Я посмотрел на его состояние. Действительно, не то, что нужно. А может, и не тот клапан. Вот, как-то так. Так что, тесты прошла машина. Ну, на ходу она себе покажет. Еще более чем. На этом видос можно закончить. Это так.